Далее информация от синоптиков о погоде в Казани и республике. Спонсор прогноза погоды – меховой салон «Шуб» из меха, норки и мутона. Большой выбор, низкие цены. 99-26-96. Завтра в Казани пасмурно. Дневная температура 12 градусов мороза. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. В Набережных Челнах ясная погода. Днем 23 градуса ниже 0. Атмосферное давление 761 миллиметр. Минус 21 будет в Альметьевске. Ясно. Давление 761 миллиметр ртутного столба. В Чистополе также ясно. Температура 20 градусов мороза. Атмосферное давление составит 765 миллиметров. Ясная погода ожидается в Нижнекамске. Днем 23 градуса ниже 0. При атмосферном давлении 761 миллиметр. Это все главные новости к этому часу. Мы продолжаем следить за развитием событий. Более подробную информацию вы можете найти на нашем сайте эфир24.тв.